Вот как-то так. С вами был Бесогон ТВ. Вечер. В эфире «Самогон ТВ». Вот в последнее время стало модно говорить, будто Лолита все время пьяная. Ложь. Клевета. Наговор. Ребятушки, вы видите, сколько подражателей у меня появилось? А сколько злопыхателей пишут гадости про мои ролики? И всем лишь бы в Михалкова курсором ткнуть. Ну ничего, тыкайте, тыкайте. Мне ж лучше. Ну, еще 10 тысяч просмотров, и мы обойдем эту бабушку, которая языком до уха дотягивается. Ну а моим истинным поклонникам хочу напомнить. На самом деле Бесогон ТВ выглядит вот так. Как-то так. С вами был Бесогон ТВ.